Встала! Равняйсь! О, отставить! У нас есть кто забыл, куда равняйсь? Встала, равняйсь! Смирно! Поздравляю вас с праздником Дня Пограничника! Троекратное, два протяжных, одно короткое. Ура! 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 Сегодня 20:00. Приказываю всем заступить к праздничному столу и налить 50 грамм. Каждый своего за тех пограничников, которые остались навечно в нашей памяти на боевом посту. Всем спасибо, что вы сегодня в строю. Дай Бог всем здоровья. Еще раз поздравляю всех с наступающим праздником. А сейчас хочется всех приятно удивить. Аскарова Ольга Юрьевна. Я есть. Поздравляю вас с Днем Пограничника. Отставка позже. Все, она знает. Опять все секреты всем рассказала. Фоменко Евгений Владимирович. Поздравляю вас с Днем Пограничника. Служу России. Титов Григорий Павлович. Я. С нами мог бы передать. Не отдам. Спасибо. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Я так стой раз два. Стой раз два. Что тебе орден не нужен? Вот так, потом. Так. Ковалев Алексей Владимирович. Самоволк. Итого, опять их нет, а больше всех зарабатывает. Кто открытку клеил? Кошкин Михаил Дмитриевич. Поздравляю с Днем Пограничника. Служу Советскому Союзу. Савенков Александр. Тут по-любому на спине убитого китайца писали. Боевая травма. Сразу видно пограничник. Бандитская пуля. Слава пограничникам. Саушин Станислав Юрьевич. Я. Днем пограничника. Спасибо. Служу России. Ладно, я принял решение. Самостоятельно. Серебренников. Я. Николай Иннокентьевич. Геннадий. Ладно, извиняюсь. Днем пограничника. Далее. Это уж. Я. Проверь фамилию. Свою забрал. Давай заново. Может потренируемся? Дуба номер два. Корбиков Олег Александрович. Я. Поздравляю. Спасибо.
красивый. Ну а это наш боец, буду хранить у сердца, Алексей Ковалев, он сейчас на задании. На радость нам всем, он сейчас на задании. Дочка, это родная кровь, он просто вынужден нас был покинуть.